здесь какое? Ситуация. Ну, каждый раз по-разному. Нельзя так с животными работать. Каждый раз по-разному. Нужно их в заблуждение не вводить. Какая у нее дата рождения? А рост у нее какой? Не мерил. Кстати... Ну, здесь весов нету. Здесь сантиметром по росту может проследить? Ну, а что не следишь? Это был барьер, да? Барьер, да? Идет. Молодец, хорошо. Хорошо. Знаю, что она сделала, но... Ну, мы с ней учили команду вперед. Ты сейчас ее сбил вообще, по идее. А как ты думаешь, если под пилон положить игрушку, она пойдет или нет? Если под пилон? Да. Да пойдет, конечно, мне кажется. А у тебя собака на что мотивирована? Вообще на игрушку. А почему ты подкормку пользуешься? Не знаю, ну, все упражнения на подкормку. Если собака у тебя на игрушку мотивирована, почему у тебя собака работает тогда на подкормку? На победу в номинации «Лучший спасатель-кинолог» наградить дипломом денежным сертификатом Карпича Романа Игоревича, спасателя кинологической группы Кемеровского поискового аварийно-спасательного отряда.